Дал новый глава МИ-6. Он же новый, он молодой в этом смысле руководитель. Я думаю, что опыта наберется, и он свои оценки поменяет. Это первое. Второе. Если Россия увядающая держава, ну тогда чего переживать? Тогда ведите себя спокойно, не переживайте на этот счет и не ухудшайте российско-британских отношений. Если не мешать, то все будет хорошо. И, наверное, с помощью взаимной торговли Россия из увядающей державы превратится в процветающую страну.